you, Sherlock. Песню, что ли, спеть? О, господи, даже не знаю, что вам спеть. Мы сегодня с Сабиной находимся на уникальном кастинге. Такого в Алматы еще не было. Да, это очень, очень серьезный кастинг, даже серьезнее, чем Евровидение, Новая волна, X-Factor, Superstar, American Idol, хотя это почти одно и то же, наверное. Что же, какие еще у нас кастинги? Наверное, Я легенда тоже кастинг, ой, да? Не-не-не, это не то, про что вы подумали, нет. Это КБТУ шоу! Да, это первый кастинг, на котором главный приз – это грант в университете. Сегодня здесь 35 команд, а пройдут в финал. Только? На главный концерт только 10. Вы давно собрались? Ну, сказать честно, дня 2 назад. Уже 3 дня. Поем уже года 2. Наша группа, не знаю, называется Apricot Paradise. Но это мы придумали сегодня, я не знаю, что это значит. Я попал в группу 2 дня назад. Представляете, в группу? Алан, скажите, пожалуйста, где я вас могла видеть? Ну, на X-Factor. Было дело. Да, я знала. Там уже посмотрим, если выиграю, точнее, если наша группа выиграет. Не знаю, как там распределят эти гранты. Кто его знает вообще, я не планировала поступать в технический вуз. Но, естественно, это очень престижный университет, поэтому я не откажусь. Мы просто хотели показать себя публике, сыграть, почему бы нет. Просто во дворе играли песни на гитаре, дома сидели, учили, все равно делать нечего, и вот так вот. Ну, я сюда пришел, как и все, попытать счастье в этом конкурсе интересном со своими друзьями. Просто я хочу, как-то, чтобы меня люди увидели. Это довольно интересно, ну как, для общей практики получается своей. Тут, оказывается, и грант разыгрывается, я даже не знаю, думал, просто конкурс среди школьников. А оказывается, если получу грант, то это будет великолепно. Помогу родителям, заодно буду зарабатывать, легче зарабатывать же. Так, согласитесь за учебу? Соглашаемся. Соглашаетесь? У меня голос дрожит, извините. Как называется ваша группа и про каждого участника в отдельности? В каком вы классе учитесь? Так вот вышло, я закончил 11 класс, и я хотел как бы участвовать в конкурсе. А это мои друзья, как бы у нас как раз группа. Он уже в университете учится. Вот, ну, они оба в университете учатся. Тот-то, я думаю, на школьника совсем-то не похож. Ты нота ми в моем сердце, моно ми, меняя фоны, мы с тобой тонами. Вон они, звезды, я каждую тебе дарю, пускай они падают вниз. Знаю их, я... Простите, я стесняюсь. Повернешься, но ненадолго. Мы с тобой перед другом не в долгах. Любовь на расстоянии прыжка. Я твоя печаль, ты моя тоска. Ты моя хорошая, ты моя девчонка, девочка моя.
I'm your biggest fan, I follow you until you love me. Papa, paparazzi, baby, there's no other superstar, you know where I'll be. Papa, paparazzi, desert fire, starting in my heart. А дальше не Ну, я думаю, что если вы будете в нашем казахском шоу-бизнесе, вы будете одни из самых ярких звезд. Ну, постараемся, это надо работать надо. Июня на Кипятим шоу!